Андрюх, слышь, что? Ты не видел, где туалет? Я сейчас умру вообще. Он писать хочет. Кто тебе нужен? Туалет. Максим, что делал? Сатая. Маленький. Просто говори, где ты тут. Кто он? Туалет. Ё-моё, я сейчас сдохну. Где-нибудь мне нужен туалет. Как на ихнем это, ё-моё, вот. Евгений, расскажите, как день прошел? Ужасно. Когда? 15 минут. У них еще 5 минут. На уколец. Привет маме передай. Мам, привет. Меня тут обижают, Женька меня не кормит, меня все бьют. Вот, очень много синяков, могу показать. Давай, не здесь. Показывай. Это во второй части видео. Вот. А так все хорошо. Маме, папе, там, всем привет. Что еще? Я не пью. Вообще. Вообще-вообще? Сейчас. Чуть-чуть. Тебе понравилось все? Очень понравилось. Поедешь еще? Можно вот это вырезать будет? Поедешь еще раз? Конечно. Галина Петровна, скажите что-нибудь хорошего. Я думаю, как мои дети будут поступать. Да, вот ножки и крылапки такие уже уставшие. Нет, ничего подобного, спросили, ничего да, подобного. Да, должны вот заклониться. Ничего подобного. Алеша, как ты себя чувствуешь? В стране тогда. Нормально. Четвертый пирог ест уже, нормально. Я им желаю удачи. Hello. Shit, man. Nice pain. Можно лимончик взять? Дерево? Да. Ну, вечером можно. Давай. Да. Когда уже... Тянись, тянись.